Привет вам от начальника вашего. Вчера спасибо большое. С ним до 2 часов ночи проблемы обсуждали, а потом уже все поехал домой, потому что Бастрыкин меня ждет. Как Бастрыкин? Я говорю, да, Александр в Минске, уже меня там ждет. А, ну привет, говорит ему. Поэтому спасибо. Хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Беларуси и России. Мы о многом договорились. Это очень серьезные договоренности. Таких мы еще шагов не предпринимали, как вот за эти 3 года подготовки и выдачи этих союзных программ 28. Сегодня правительство уже будут обсуждать здесь, в Минске. Думаю, Мишустин уже прилетел сюда. Заседание Союза Совмина, и где-то, по-моему, 4 ноября, в День народного единства в России, мы проведем это мероприятие, Высший Госсовет, и думаю, что мы сможем их уже окончательно утвердить. Но в этом направлении уже начата очень серьезная работа. Надо пласт целый перевернуть законодательство, чтобы к этим договоренностям приспособить внутреннее законодательство, переработать. И особенно наши межгосударственные договоры, они тоже должны соответствовать нашим договоренностям. Очень много места уделили мы вопросам безопасности, очень большое место. Ну и в связи с тем, что мы сегодня встречаемся, все время у нас следственные органы были в теме. И мы договорились с президентом России, что мы всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей, потому что и международная же обстановка к этому толкает. Смотрите, в Афганистане произошли события, Ираке, Сирии, Ливии, Ливане, поток беженцев, наркотики захлестывают Россию и Беларусь. Поток идет. Бороться кому? Нам бороться, следователям бороться.